Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день публикуется огромное количество видео по танкам. Но, ребят, в день вы можете получать не более 3 уведомлений о выходе новых видео, если являетесь подписчиком канала. Кстати, подпишитесь прямо сейчас и прожмите на колокольчик, чтобы эти уведомления получать. Но поскольку в день я снимаю большее количество видео, нежели количество уведомлений, которые YouTube вам отправит, предлагаю вам и очень прошу вас подписаться на второй мой канал, который вы видите сейчас на экране, и там я буду публиковать дополнительные видео. Подпишитесь на тот канал, прожмите на колокольчик, выберите все уведомления с канала, и таким образом получите доступ к большему количеству моего контента, ну а я постараюсь оправдать ваши ожидания на все 150%. Спасибо вам большое за то, что подписались на оба канала, а еще прожмите лайк под данным видео, потому что создание данного видоса для меня по определению будет действительно очень сложным и затратным по времени. Почему так, объясню немножечко позже. Ну а смысл этого видео заключается в том, что такая девушка, как Полина Чижик, ну правда, если она девушка, а не так представляется, прислала мне видео с открытием 200 вот этих вот контейнеров филигранный. Я думаю, что все вы уже знакомы с тем, что здесь находится, и открывая контейнеры свои, я действительно допустил ошибку. Я не учел несколько моментов. Первый момент я не учел, тот, что несмотря на то, что Матильда Блэк Принц не является коллекционной машиной, при обмене частей сертификатов вы получаете все-таки компенсацию золотом, и за каждую Матильду получаете по 1250 голды. Да, действительно лоханулся. Вторая проблема, которая возникла уже потом, а точнее, о которой я узнал, это то, что Тигр 131 при обналичивании сертификата на него дает всего лишь 500 голды. А вот если эту машину, сейчас я ее найду, просто взять и выставить ее на продажу, то есть сначала продать танк, а потом восстановить через сертификат, то можно получить голды существенно больше. 1750. То есть на каждом своем тигре я, блин, потерял по 1250 золота. Да, вот этих моментов я действительно не учел. Ну а вам данная информация, возможно, будет полезна. Ну и, конечно же, мне самому очень обидно, что только потом я узнал о том, сколько золота я потерял. Я буду сейчас смотреть вместе с вами открытие 200 контейнеров. Я этого видео еще не видел. И моя задача простая. При первичном просмотре я сейчас сначала посчитаю, сколько чистоганом золота выпало из этих контейнеров, сколько выпало оттуда бизонты. Если, в принципе, нормально посчитать, то получается, что этих бизонты там должно быть как минимум 2 на 200 контейнеров. Но тут как уже повезет. Ну и, соответственно, после того, как мы вместе с вами посмотрим открытие, я еще отдельно просмотрю еще раз видео, посчитаю количество частей сертификатов на каждые танки, чтобы посчитать, сколько разных танков из этого контейнера получилось собрать, ну и, соответственно, посчитать, что это получается в золоте при правильном грамотном обмене. Ну что, ребят, давайте начинать смотреть, давайте будем глядеть на то, что у Полины получилось, и начинаем, как обычно, с первого контейнера. Поехали, ребят. Первый контейнер. С первого контейнера здесь у нас Т-44-85, дальше револьвер, да, я знаю, что я неправильно его произношу, но это мое дело, Black Prince, Тигрик, 500 голды сразу прилетает, пятихаточку сразу записываем. Еще 500 голды. Слушайте, но я когда открывал свои контейнеры, я сортовал сотни. Мне по сотенке выпадало. Правда, потом дошел до 2500 золотом. Но два раза по 500 вот так вот с лету, это действительно очень круто. И я считаю, что в принципе повезло. Падают части на, в большинстве своем, как я вижу, на Матильду. И падают части потихоньку на Т-44-85. Опять Матильда. Здесь сотенка выпадает, плюс на Тигрика, которого, как я говорил, можно гораздо выгоднее обменять на золото, нежели это сделал я тупым обменом своих частей, точнее своих сертификатов на данную машину. Слушайте, до сих пор жаба давит просто до безобразия, потому что потерял реально, ну, очень много. По моим подсчетам, где-то в районе 4000 голды точно я на этом всем деле профукал. Ну а 4000 голды на полу не валяются и просто так нигде не берутся.
падают бустеры. Бустеры, ребят, я даже считать не буду на голду, потому что я тогда совсем с ума сойду. Еще на револьвера, еще на тигрика. 44-ка, опять тигр. Блин, да где же в конце концов бизонты? Бизонты меня интересуют. Меня интересует количество восьмерок, которые за 200 контейнеров можно отсюда забрать. В целом шансы выпадения там, конечно, мизерные. 0,25%, это действительно очень мало. 500 голды! Юху! Итого получается 1600 золотом уже упало. И это плюс еще, ребят, мы танки потом посчитаем. Я, правда, боюсь себе представить, сколько времени мне понадобится на то, чтобы сесть и все это дело сплюсовать. Вообще, друзья, те, кто отправляют подобные видео, если вам не сложно, давайте калькуляцию по возможности самостоятельно. Вы-то точно знаете, сколько вы подняли, с какой рулетки или с каких контейнеров, а мне это считать, ну, действительно очень затратно по времени. Хотя в любом случае я безумно благодарен за присылаемое видео и надеюсь, что на этом... История присылаемых видео не закончится. Если вдруг кого интересует, куда отправлять записанные вами видео, есть такая электронная почта, она называется vodgsnhelp@gmail.com. Если вдруг не смогли понять, как это пишется, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Но в то же время хотелось бы сразу обозначить, что присылают огромное количество разных записей, и все записи, понятное дело, я публиковать не могу. Я отбираю самые интересные или потенциально самые интересные для просмотра. Еще соточка золота падает, того 1700 голдишки уже получилось с чистоганчиком. Ну и продолжаем смотреть на дроп. Пока дроп меня не сильно радует, потому что прошли уже практически половину, а восьмерки нет. Нет бизона. Где бизон-то? Выдавайте восьмерку человеку. Я не представляю, правда, сколько ресурсов надо было слить. Да и, честно говоря, не помню, сколько конкретно я получил вот этих железных слитков для того, чтобы пооткрывать. 250 золотом. 1950-го получается. В целом, конечно, маловато. Маловато, мне падало больше. Еще сотня. Еще сотня, и дальше опять части на револьвера. Револьвер, кстати, из всех вот этих машин получается самый выгодный, потому что за него компенсация идет сразу 3750 голды. Это восьмерка, и поэтому вам больше всего повезет, если из всех предложенных частей сертификатов вы соберете достаточное количество частей сертификатов именно на револьвера. Ну и, соответственно, за него получите нормально компенса. У меня, по-моему, было собрано суммарно две машины. Плюс, с учетом того, что сама тачка была у меня в ангаре, то я просто получил чистоганом 7500 золотом с лету. Ну, и, слушайте, прошли больше 50%. Больше 50% контейнеров открыто, и нет бизона. Что происходит, я понять не могу. Где эти 0,25? Не буду вооружаться калькулятором, чтобы посчитать, но мне почему-то кажется, что раз в 30 контейнеров уже можно было бы хотя бы один раз для красоты эту машину дать человеку. Но все-таки в этом смысл открытия этих контейнеров, получить чего-то годного. Хотя и голдишки, в принципе, можно неплохо на этом всем деле поднять, если в целом вы обладаете большим количеством игровых ресурсов. У меня, кстати, один из друзей спросил по поводу того, говорит, GSN, как ты считаешь, в принципе, данное событие, оно выгодное или невыгодное? Я ответил, конечно, может, не совсем четко, но я сказал, оно выгодно для тех, у кого есть большое количество ресурсов, которые им при этом абсолютно не нужны. Вот если вы открывали каких-то бесплатных контейнеров каждый день, собирали эти бустеры, но их не использовали, если вам везло в рулетках и вам выпадали дни прем-аккаунта, или выпадали
сертификаты на свободку, и при этом вы их тоже объединяли, доходили до 350 тысяч, но при этом всем не использовали, то в целом тогда да, тогда это действительно выгодно, потому что вы меняете игровые ресурсы, которые вам не интересны, вы их не пользуете, на золото, в данном случае получая танки и, соответственно, обменивая сертификаты на танки, либо сами танки обменивая на голду, а вот уже за голду можете потом приобрести себе какую-нибудь нормальную машину. Ну а если вы любитель адреналина, то, понятное дело, покрутить какую-нибудь рулеточку, пооткрывать контейнеры. За всем вот этим делом, за всеми вот этими разговорами я обратил внимание, что мы дошли уже до количества оставшихся вот этих железных слитков менее 13 тысяч, даже уже менее 12 тысяч. И я не наблюдаю до сих пор Бизонте C45. 200, ребят, сотка голды, окей, запишу, но, блин... Но это как-то не очень приятно, и я надеюсь, что хотя бы на последних контейнерах их осталось 9 тысяч слитков, и еще 500 золота в копилку падает. Ну, давайте в контейнеры, сделайте человеку приятно, человек 200 штук у вас открывает. А это не так уж и мало. Кстати, напишите в комментариях, кто как может посчитать. 250 золота, пардоньте, запишу, чтобы не пропустить. Еще соточка падает. Посчитайте вы ради интереса, сколько чего необходимо слить для того, чтобы получить доступ к 200 контейнерам. Ну, не знаю, посчитайте там в свободном опыте или посчитайте в днях премаккаунта. Ну, в общем, в какой-то валюте игровой ради интереса, кто сколько насчитает. И скажите мне, вот после того, как я это все подобью на калькуляторе, было ли это, по вашему мнению, выгодно. Мне интересно ваше мнение. Ну и что самое интересное, ваши комментарии периодически читают разработчики, поскольку я сотрудничаю с разработчиками, общаюсь с ними постоянно. Они в том числе просматривают комментарии, смотрят на реакции зрителей в отношении тех или игровых событий, ну и, соответственно, от этого отталкиваются при создании следующих. Осталось 1500 железных слитков, ни одного бизона, ни одного. Но давай хотя бы на финише, 2 контейнера осталось. 2, 1 контейнер, дай на финише бизона. Дай бизона, не издевайся. Нет бизончика, ребят. Бизона, к сожалению, нет. Ну что, тогда переходим к следующему этапу нашего марлезонского балета. Я сейчас на калькуляторе подобью, сколько чистоганом голды было собрано. Посчитаю, сколько было собрано танков, за сколько их можно продать либо обменять. Ну и, соответственно, озвучу вам итоговую калькуляцию. Не представляю, сколько времени на это уйдет, поэтому буду благодарен, если лайкните данное видео за мои труды и старания, а особенно за количество потраченного на это времени. Итак, друзья, я посчитал, и что у меня получилось. Значит, открывая вот эти вот контейнеры филигранные, суммарно было получено чистоганом золото, которое оттуда выпадало, ровно 3000 голды. В отношении бустеров я даже не подсчитывал, потому что двинулся бы мозгом, ну, по полной программе. Теперь в отношении танков, которые выпадали. По тигру получилось собрать 3 машины, плюс там остался какой-то остаточек. И если данные 3 танка просто продавать, а не обменивать полученные сертификаты на золото, то получается по 1750 за каждый, итого 5250 за тигриков. Дальше по Матильде. По Матильде было собрано данных танчиков 5 штук, плюс какой-то там остаточек остался, и данные сертификаты на Матильду каждый можно обменять на 1250 голды. Того получается 6250 за Матильду. В отношении Т-44-85, если продавать танк, ну и, соответственно, потом его опять восстанавливать или не восстанавливать, не имеет значения, суммарно было собрано данных танков 3 штуки, ну и, соответственно, 7500 голды, если все 3 танка продать. В отношении револьвера было собрано по данной машине частей сертификатов на 2 тачки, тоже там с каким-то остатком, итого получается 2 раза по 3750, итого получается 7500.
Что в итоге получается? Бизонте не выпал вообще, то есть он просто не появился. А в отношении танков, которые были собраны, если их продать, 26 500 золота. Плюс 3 тысячи отсюда, итого получается суммарно с 200 этих контейнеров было получено игроком 29 500 золота. Пишите свое мнение в комментариях в отношении того, считаете ли вы это грамотным обменом. Ну а я ради интереса хотел, кстати, вместе с вами посмотреть. Вашу калькуляцию я ожидаю. Я решил посмотреть, а вот что, если взять, допустим, свободку и всю мою свободку в количестве 841 600 с копейками примерить, сколько это в слитках. В слитках получается всего лишь 6300. Поэтому я даже не догадываюсь, во что обошлось открытие вот этих вот 200 контейнеров. Ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на вот этот второй канал, если хотите ничего не пропускать. Обещаю, что оправдаю ваши ожидания. Ну и буду в день публиковать огромное количество видео на разную тематику специально для вас по всем событиям, которые происходят в нашей игре. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.